Торжественный день, по мнению сотрудников военкомата, и волнительный для ребят и их родителей. Сегодня 9 сюжан отправились в областной военкомат на распределительный пункт, где и будет известно, в каких родах войск им предстоит служить в ближайший год. Исполнилось им 18 лет всем. Они все обследованы, здоровы и готовы выполнить свой долг перед вами, перед детьми, перед родителями, встать на защиту наших рубежей, скажем так. Служили в армии испокон веков все мужчины, деды, родители. Сейчас пришла очередь им прийти на смену более старшим поколениям. Военный комиссар Юрий Сова и руководитель отделения боевого братства Федор Хабаров пожелали ребятам хорошей службы. Бояться не стоит, ведь срок службы равен 12 месяцам. За это время призывники научатся ходить строем, будут знать военные дисциплины и армейские песни, обретут новых товарищей. Волгоцкие ребята, начиная с нашего времени, когда мы служили, сейчас уже ребята, волгоцкие ребята всегда у нас ценятся в вооруженных силах, как самые такие дисциплинированные, самые активные, самые трудолюбивые. Так что волгоцкие ребята, они у нас всегда в цене. Кто и куда попал служить, главное, не теряйте связь с родными, потому что родители ваши, мамы, все будут переживать, будут за вас весь год. После срочной службы ребята смогут остаться в армии и по контракту. После подписания контракта их могут отправить в любую точку страны, поэтому в военкомате советуют обсудить такое решение с родителями. Юрий Воронин, Максим Колосов, новости провинции.